Ечина, 10. Буквально за 2 года двор многоэтажки преобразился. Здесь появились цветы, скамейки и не только. Благоустройством территории занялись и сами жильцы, и депутаты. Необычный двор обычной бендерской пятиэтажки. Яркие клумбы с ландшафтными украшениями, качели, столики, скамейки, резная беседка. Все это сделали сами жители многоэтажки. Материалы тоже закупали за свой счет. Также помогли депутаты. Дали нам, конечно, землю, пару машин, песка нам дали, доски нам дали, краску дали, колеса дали. Ну так, в принципе, когда обращаемся, нам всегда только за помощь. Мы одни из самых активных, мне кажется, дворов. Есть желание, есть вдохновение, мы сразу беремся и делаем. Трудовые десанты жильцы дома здесь проводят уже 2 года. Работают чаще энтузиасты. Главное желание сделать свой двор красивым и уютным, говорит домком. Именно она и была инициатором благоустройства, а единомышленники нашлись быстро. Этим летом по программе депутатских наказов здесь отремонтировали внутридворовую территорию. Выделенных средств не хватило. Асфальт закончился в аккурат возле последнего подъезда. Помог депутат Юрий Кравчук. Эту площадку вблизи дома замостили тротуарной плиткой. Вот этот выезд подъезда сделан в виде лежачего полицейского. Видите, что двор проездной, здесь 3 дома, и бывают машины ездят, стоянка рядом, могут ехать на большой скорости. Дети могут идти к детской площадке, выбегают с подъезда. Ну вот, я считаю, что это опасный участок, и мы выезд двора сделали в виде лежачего полицейского. То есть тротуар немножко приподнят, сделано 2 красные линии из плитки, и плитка сделана 6-ка, толстая, специально для проезда машин. По словам депутата, ремонт внутридворовых территорий в этом микрорайоне продолжат и на следующий год. Наталья Сучкова, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.